Вот так посылка выглядит внутри. Первым делом у нас здесь идет чек-лист, где полностью идет перечень заказанных товаров, их стоимость. Ну, как-то так. Далее, тут я немножко уже приоткрыла, очень много интересно. И первое, это у нас формочка для бомб. Вот, как бы здесь две, да, две штучки сторон. А далее это у нас протеин пивных дрожжей, гидролизат. Конечно же, эфирное масло чайного дерева 50 мл я взяла, потому что хороший объем, по хорошей цене. Это силиконовые формочки для мыла, либо же для выпечки в виде сердечка. А вот такой квадратик тоже силиконовый. Силиконовое сердечко. Так, тут у нас идет депантенол 100 мл я взяла. Хороший объем и цена очень приятная. Эвкалиптовое эфирное масло. Кремообразная мыльная основа я взяла в прошлый раз 200 грамм, в этот раз я взяла полкилограмма, так как я попробовала, мне очень понравилось, и я решила взять сразу больше. И последнее в данном заказе у меня нерафинированное масло Ним. Тоже буду пробовать, говорят, что это отличный антисептик и для лица, и для волос. Для тела, в принципе, у него очень большой спектр действия. Спасибо большое интернет-магазину Мыло Опт за такую вот красоту.